Химках прошло общегородское совещание. Представители администрации, сотрудники профильных служб и депутаты местного совета обсудили план работ на предстоящую неделю. Мы решили, что будет правильно всего один раз в неделю выделять на это один час, для того, чтобы вместе собираться и заодно все вопросы, которые будут у нас возникать, чтобы мы их вместе с вами решали. Итак, заместители главы продолжат еженедельные пешие обходы территории. Такой формат востребован среди жителей городского округа. Эти встречи позволяют решить вопросы, связанные с благоустройством придомовых территорий, детских и спортивных площадок. С управляющей компанией жителям посмотреть, как отработаны были все наши решения и какие еще вопросы и вызовы стоят с точки зрения содержания этой территории. Продолжаются масштабные строительные работы сразу на нескольких социальных объектах. И все они на контроле у местной власти. Это капитальный ремонт детского дома творчества «Созвездие» и детского сада «Радуга». На данный момент в дошкольном учреждении завершены монолитные работы, ведется строительство третьего этажа. Уже устанавливают окна, начали внутреннюю отделку. Капремонт идет без отставания в графике. Мы еще раз подтвердили, что у нас, соответственно, срок открытия – это 1 сентября этого года. Мы взяли очень амбициозную на себя задачу. И, соответственно, как бы в процессе наших встреч будем обсуждать проектные решения, потому что учиться в этом здании надо будет деткам. Самое главное, чтобы он был удобен для педагогов, для самих детей. И очень важно учесть в процессе ремонтных работ все желания. Продолжится капитальный ремонт дорог. Специалисты приведут в порядок участок, который соединяет деревни Покров и Веревская, а также поворот на Клушино. В данный момент ведутся подготовительные работы и фрезеровка асфальта. С опережением графика и без сбоев выходит на финишную прямую ямочный ремонт дворовых территорий. Жители попросили скорректировать тротуары, немножко там дать расширить парковку. Вот, выход с подрядчиком, просьбу услышим. Работа ведется. Тоже идет все без сбоев и... Один из самых важных вопросов – капитальный ремонт многоэтажек. В настоящее время работы ведутся в 24 домах. Непосредственно в настоящий момент уже приступили к ремонту уже открытый объект 400 квартирных домов. Адреса на слайде. Ремонт подмостки на новом квартирном доме, ремонт инженерных сетей, автобальное помещение, ремонт фасада. Соответственно, здесь с депутатом мы можем отдельно определить время, да, будете проверить и проконтролировать, если жители процесса работы. Затронули тему плановых отключений горячего водоснабжения. Обычно на эту процедуру отводится 2 недели, но по просьбе главы округа коммунальщики стараются уложиться дней в 10. Каждый житель каждого дома должен знать четко и понятно, в какого числа у него выключается горячее водоснабжение, и самое важное, какое число включится заново, чтобы люди понимали, не переживали, не волновались и заранее к этому готовились. Еще один важный вопрос – установка и подключение видеокамер к системе «Безопасный регион». До конца года появится порядка 1000 нового оборудования на детских и контейнерных площадках. Кроме того, в ходе совещания обсудили и предстоящее празднование Дня России. 12 июня нас ждет масса спортивных и культурных мероприятий. Александр Зель, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ. Встречайте вас.